Сейчас в Югре на вакцинацию записалось больше 13 тысяч человек. Также на заседании оперштаба обсуждали возможность сделать прививку в мобильных пунктах. Сейчас Минздрав России разрабатывает стандарт вакцинации вне больниц. Таким образом, медики смогут выезжать на предприятия. В свою очередь, губернатор Югры Наталья Комарова предложила задействовать площади торговых центров для вакцинации людей. Сейчас окружной депздрав разрабатывает схему перевозки препарата. Напомню, он должен храниться в специальных холодильниках при температуре минус 18. градусов. Кроме того, прививку можно сделать только в течение 2 часов после разморозки.